От современного управдома требуется всесторонняя подкованность. Найти ответы на многие вопросы помогает ежеквартальный муниципальный форум «Управдом». Желающих участвовать всегда немало. На повестке дня важные городские темы. Содержание детских игровых площадок, уборка улиц, организация мест накопления крупногабаритного мусора. Мы проводим еще экологическую грамотность населения, повышаем ее уровень для того, чтобы люди начали понимать, где зона ответственности, какой закон регламентируется. Потому что, казалось бы, так просто поставить пакет с мусором рядом с баком. Его не кинуть в бак, а непосредственно поставить рядом. Вот это уже означает нарушение административного порядка, и здесь будет взыскиваться штраф. Для того, чтобы это не было стрессом для человека, он должен все-таки понимать нормы и правила, и четко знать, в какой контейнер он кладет свои отходы. С 1 января 2022 года начнется обязательная установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Проверку и обслуживание оборудования возложат на организации, но за жителями останется обязанность следить за его сохранностью. Кстати, услуга замены будет бесплатной. Впрочем, до этого нововведения более 1,5 лет, а вот осень уже не за горами. Подготовка жилого фонда к отопительному сезону идет полным ходом. Проверка завершения всех необходимых мероприятий осуществляется комиссией. Комиссия подписывает паспорт установленного образца. В этом паспорте подписываются представители управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, администрации муниципального образования и, что самое важное, председатель совета дома. То есть у нас на сегодняшний день в обязательном порядке в каждом паспорте готовности дома к зиме есть подпись председателя совета дома. Если председателя совета дома нету, но бывают такие дома, где не организованы, то делается это одним из собственников квартиры. Управление многоквартирным домом – задача непростая. Принимать главные решения должны сами жильцы. Ну а координатором всегда выступает управдом. Приходите на форум, чтобы вместе разобраться в самых актуальных проблемах. Следующий состоится уже осенью. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».